Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Дождь в Севастополе. Зашел купить в кафе вкусности. Здесь очень хорошо делают всякие пирожные, творожные, ну, короче говоря, пирожные. Встретился взглядом с какой-то женщиной. Смотрю на нее, она на меня. Я ее не знаю. Судя по всему, она меня тоже, но на всякий случай она улыбается, я тоже. И в глазах читается мысль. Мы где-то с вами виделись, потому что мы оба сетевики. Я так подумал. И она отреагировала на всякий случай, как и я, кстати. Я сел, пил кофе, а они с подружкой уселись за соседним столиком. И через пару минут пришел какой-то мужчина, и у них началась встреча. И я услышал старую песню. Я не все слышал, но куски ее речи были мне слышны. Фразы вылетали. Мы никого не лечим. У нас уникальный биоритма тра-па-па-па-па-па-па, бла-бла-бла-бла-бла-бла, прибор. Мы с ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мы имеем уникальные, единственные в мире разработки. Началось с самого старта. И я почему-то подумал, что эта женщина уверена, что она сетевик. Я почему-то подумал, что она уже не в первой своей компании, может, в девятой, может, в шестнадцатой. Она очень быстро осваивает текст презентации, запоминает все, что написано в бумажках, что говорят ее предшественники, и чешет, как по писаному. У нас уникальное, мы никого не лечим, сидят в кафе и вдвоем с подружкой, может, как мочит какого-то мужика, а он вяло отнекивается. Нет-нет, мы же не лечим никого, что вы, не подумайте, мы же не врачи, мы, у нас уникальное, наш академик, и вот начинается эта долгая, как собачья песня, история, финалом которой будет очередное разочарование и следующая кампания. Ну, та самая уникальная, самая лучшая, новая, где невиданный еще, не имеющий аналогов в мире продукт, где чеки у лидеров такие, что просто зубы выпадают от умиления, где, ну, в общем, жуть. Если кто-нибудь себя увидел в этой истории, то я вам сочувствую. Я вам сочувствую. Я понял, что надо найти что-нибудь одно и долбить, и долбить, и долбить в одну точку. Говоря людям только то, что надо говорить. А все остальное предоставить инструментам, сервисам, сайтам, дискам, записанным презентациям, короче говоря, системе. Если у вас не будет системы, если вы будете по-прежнему, как вот эта тетя, встречаться в кафе и мочить мужиков, рассказывая им об уникальных биотехнологиях, то шансов очень мало. $200-300 в месяц заработка, $500 долга, секонд-хенд, тусклые глаза,
много-много болтовни и никакой радости от жизни. Я желаю вам удачи.